Отлично. Я наконец-то придумал вопрос, на который ты не сможешь ответить. Это ты мне говоришь? Путь справедливый, и остановились на ней все. А, ты вернулась? А я думал, мы с вами, стражами, все уладили, честь по чести. Что ж, мы не хотим неприятностей, так что... Ты же говорил, что... Да найдем мы где пожить.
Приветствую тебя, Серый Страж. Чем могу быть полезен? Дыхание Создателя. Сколько же еще нам придется их разгонять? В самом деле? Они ушли? Это правда. Я своими глазами видел, как эти ублюдки удирали к холмам. Вот это выдающийся поступок. Не примешь ли скромную награду за свои труды? Если тебя это интересует, снаружи есть доска проповедника, а на ней полным-полно объявлений о том, что нужно сделать. За некоторые дела проповедники даже предлагают награду. А теперь, если тебе больше ничего не нужно... Если дело важное, то охотно помогу. А теперь, если тебе больше ничего не нужно... Как приятно снова тебя увидеть. Итак, что я могу для тебя сделать? Что? Да ведь это его медальон. И в нем записка. Создатель милосердный. Благодарю тебя за то, что отдала мне их. Иначе я так и не узнал бы, что произошло. Благодарю тебя. Хотел бы я знать, скольких из нас постигнет та же участь в этом безумном... Теперь, когда Генрик мертв, мне нужно вернуться в Рэдклифф. Позднее, быть может, я отыщу ученого мужа, упомянутого в этой записке, а пока я должен идти. Благодарю тебя, миледи. Это неоценимая услуга. Да? Что я теперь могу для тебя сделать? Морриган, мне бы хотелось узнать, веришь ли ты в Создателя? Конечно, нет.
Мне не свойственен примитивный страх перед Луной, а потому не приходится верить в сказки, чтобы спать по ночам. Но ведь невозможно, чтобы мир существовал только по воле случая. Духи, магия, все эти чудеса, которые окружают нас. Ты же знаешь, что все это существует. Но это еще не значит, что их сознательно сотворил некий вечно отсутствующий бог-отец. Стало быть, все это лишь игра случая? И то, что мы все оказались здесь, одно только счастливое... Не понимаю. Ты выглядишь как женщина. Ты серый страж. Следовательно, ты не можешь быть женщиной. Женщины — это жрицы, ремесленники, купцы, рабочие, солдаты и ашкаари, мужчины. Точно. Одна из двух посылок неверна. Когда мы рождаемся, размер рук, ум и глупость, земля... Можем ли? Поглядим. Тебе что-нибудь нужно? Уверен, мы с моим мальчиком уверен. Ты и твои друзья грозны, уверен. Конечно. Да.
И вот мы пришли. Пик солдата. Дыхание создателя. Только глянь, какая громадина. Вот это крепость. Я же говорил, что карта проведет нас через туннели. И ничего я не заблудился. Просто карта чуть подмокла. А, мы здесь. Что ж, я пойду за тобой. На расстоянии. Здесь воняет смертью. Думаю, не миновать нам неприятностей. Солдата выглядит так, словно он знавал лучшие дни. Или, скорее, лучшие столетия. Когда стражи процветали,